Но это ожидание начала, я так скажу. Когда мы играли весеннюю часть, это постоянная игра, это постоянный драйв, и ты ждешь эту игру. Вот. Но сейчас это уже перевернутый лист, и сейчас другая история. И мы поработали на сборах, все равно мы, все ребята, и мы ждали начала официальных игр, потому что это интересно, это дополнительный адреналин. Мы хотим вот этот праздник разделить с болельщиками, потому что у нас с ними, как показала наша уже история, у нас с ними одно единое целое. Мы ждем встречи с ними, я вот так это скажу, потому что мы вместе делаем этот праздник. Но ребята тоже ждут, потому что тренироваться – это одна история, товарищеские игры – это вторая история. Вот. А здесь официальная игра, и это путь, это куда-то путь спортсмена. Мы хотим пройти этот путь очень достойно.